Бандера – это уже такая самобытная традиция. Я уверен, что она приживется в нашем городе и будет проводиться все больше и большим масштабом у нас, для того, чтобы мы могли показать весь колорит приднестровского народа, его добродушие, хлебосолие, умение трудиться и отдыхать. И виноград есть, и медом нас Бог не обидел в этом году. Спасибо, все есть. У нас есть мед майский с акацией в том числе, потом есть лесные травы с акацией и летний разнотравье лесной. У меня коллекция где-то 150 сортов. Ранние уже давно продались, давно съели, продались. Это поздние сорта. В Терновке. Знаменитый розовый компот, который только готовится у нас, у меня. Из чего он? Из лепестков роз. Я в первом разе в Бендере, и впечатления феноменальные. Откуда вы? Я Кишинева. Из Кишинева. Уже что-то пробовали? Вкусно? Да, я уже вся брынза покупала. Здесь бутылки, которые заполнены водой, и каждая бутылка имеет свою ноту, до, ре, ми, фа, соля. Смотришь на этот песни и стучишь. Сколько оттенков в вашем винограде? Столько же, сколько и национальностей в нашей республике. Очень много. Всех сегодня накормите? Всех, всех до единого. Все будут сыты. Это веретено. Да, работает уже этому веретену 100 лет. Мы моржи. Мы сделали заплыв и тоже посвятили этому празднику. Вода сегодня чудесная, погода чудесная. Мы продолжаем моржевать. И это посвящаем жителям нашего города Бендеры.